Святой преподобный мученик Вадим Архимандрит жил в IV веке в персидском городе Вифлопате. Еще в молодости он принял христианство, раздал часть имения и ушел в пустыню, где на свои средства основал монастырь. Когда царь Сапор стал преследовать христиан, Вадима и 7 его учеников одними из первых взяли под стражу. 4 месяца Архимандрит пробыл в заточении, отказываясь отречься от своей веры, терпя пытки и истязания. За это время Вадим стал духовным вождем и опорой для христиан, живших в Персии. Но Нерсан, один из вельмож христиан, не выдержал испытаний и предал Христа. Царь потребовал от него в знак полного подчинения отрубить голову архимандриту Вадиму. Монах узнал своего палача и спросил его: «Неужели твоя злоба, Нерсан, дошла до того, что ты не только от Бога отрекся, но и рабов его начинаешь убивать? Я с радостью скончаюсь в мучении за Христа, но не хотел бы принять смерть от твоей руки». Нерсан выполнил приказ, а потом, терзаемый совестью, сам бросился на меч.